известно в мире нашем есть чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления, железный лом плывет скользя, а рыба утопает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Да в море надо стойким быть, а вот чего без меры. И лично я бы мог судить тому живым примером. То, что изведал в жизни я, конечно, удивляет, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Есть в мире много разных стран, где якоря бросал я. Друзья, я вру, я метился, сказал я, мне в правде отказать нельзя, и это каждый знает, порой не верится, и все-таки бывает, порой не верится, друзья, и все-таки бывает, и все-таки бывает, и все-таки бывает. Известно в мире нашем есть чудесное явление. Но, батя, морях же их вот туда главная очередь. Достойных удивления. Порулить? Да. Железный лодки. Ну, пойдем порулить. Ну, я уже порулил. Утопаем. Вот смотрю последствия. Ничего не помял. А теперь вы одни посмотрите, что ты доделал. Главное вашим этим. Порой не верится, друзья. Друзьям не давать порулить. И все. Шоколадку и тому подобное. А то они его уходят. Они и спрашивать не будут. Они сами это сделают.